Дорогие друзья, срочная новость. С Первого канала нам сообщили о том, что произошла трагедия с известным российским спортсменом Федором Емельяненко. Нам известно о том, что несколько дней назад Федор Емельяненко со своей семьей уехали в Испанию на отдых на 20 дней. И уже сегодня рано утром пришло сообщение из-за границы о том, что Федор Емельяненко попал в страшную аварию на автомобиле и сейчас находится в больнице. В скором времени будут решать вопрос о том, как можно быстрее перевести его в Россию для лечения. Более подробной информации, к сожалению, еще нету. Родственники шокированы данным происшествием. Им тоже сообщили об этом сегодня рано утром. На данный момент связаться с супругой Федора Емельяненко не предоставляется возможным. Смотрите наши новости, друзья, каждое утро. Мы делаем для вас интересные выпуски. До скорых встреч, друзья, на нашем YouTube-канале.